что ж, давайте знакомиться еще раз. Специальное предложение только сегодняшнего дня. Бренд Яна, европейское качество. Сапоги Алинда сегодня для вас по цене 3999 рублей. Это самая горячая цена, самое выгодное предложение дня. Скидка 5600. Скидка сегодня равняется 70%. Не упустите свой шанс. Дозвонитесь прямо сейчас. И бесплатная доставка вам гарантирована. Ну что ж, мои дорогие, как женщина и как стилист могу вам сразу сказать, это выгодное вложение. Такие сапоги уже второй-третий сезон украшают женщин Европы. Сегодня бренд Яна с его немецким качеством пришел и в Россию. Этот бренд очень любим. И любим он ценителями не только мира моды, но и комфорта. Каждая женщина выбирает сегодня для себя сапоги не только исходя из модных тенденций. Как многие женщины, как правило, после 35-40 лет мы испытываем дискомфорт, когда выбираем неправильную обувь. А ведь это может повлечь за собой серьезные заболевания ноги. И не только ноги. Сегодня мы с Олей Грядуновой расскажем вам все секреты одной из самых популярных моделей 2017 и начала 2018 года. Это сапоги Алинда. Сегодня у нас для вас два цвета на выбор. Размеры от 36 до 42. Выбирайте либо коричневый, либо черный. И знайте, что это предложение нравится не только всей стране, не только всей Европе, но и нашим ведущим. Лично для меня сапоги Алинда стали настоящим открытием. Я, как работающая мама, очень много времени провожу на ногах и всегда нахожусь в поисках качественной и комфортной обуви. Все знают, что у меня увеличенный объем икры. Но посмотрите, сколько еще свободы остается для моей ноги в сапогах Алинда. Ну что ж, мои дорогие, мы не теряем времени и проводим замеры прямо в прямом эфире. Для многих женщин, у кого есть секреты и проблемы в ножках, меня сейчас поймут. Очень часто вы отказываетесь от такой стильной обуви, боясь, что она не сядет на вашу полноту. У Екатерины Шестерковой полнота 8. И мы сейчас измеряем объемы в области щиколотки. Они равняются 34 сантиметрам. При этом не забывайте, что эко-кожа высокого качества с добавлением натурального кожи имеет свойство растягиваться по вашим объемам. Сейчас мы измеряем объемы Екатерины в области голени. Итак, они равны 45 сантиметрам. Это еще не все. Вы видите разрез, который сейчас демонстрирует Катя, и эластичная лента, которая находится внутри ремня. Это говорит о том, что вы, благодаря такой арке, посмотрите, у нас еще остается место. Я кладу сюда даже не руку, а кулак. Вы можете себе представить, на сколько сантиметров увеличиваются объемы в зоне голени. Ты знаешь, это очень важная проблема, с которой сталкиваются все полненькие женщины. Если ножка полноватая, невозможно вообще для себя слово «сапоги» использовать в гардеробе. Чаще всего это ботиночки, которые, ну, застегнулись, и слава богу. А как хочется сапожки, стильные, модные, чтобы юбки наконец-таки носить. У нас есть для вас решение, которое застегнется даже на полной ноге. Бренд Яна. Европейское качество. Цена только сегодня 3999 рублей. И бесплатная доставка вам также гарантирована. Давай сейчас еще раз уясним, как выбрать размер. Итак, при выборе размера, так же как и одежды, мы всегда обращаем внимание на эластичность материала. Вот и здесь сапоги Алинда прекрасно подстроятся под ваши параметры. Смотрите, когда измеряла объемы Кати и сказала, что высококачественные материалы имеют свойство эластичности, я вот что имела в виду. Посмотрите, если ваши кожаные сапожки или из качественной эко-кожи имеют свойство растягиваться, это значит, вы выгодно вложили свои деньги, потому что эти сапоги подстроятся под ваши объемы. И самое главное, что сделаны они по всем ГОСТам и стандартам не для Европы, а для России. Бренд Яна сегодня радует российских модниц, и вы выбираете размер в размер. Если у вас узкая нога до полноты 8, это 6 или 7, вы можете даже выбрать на размер меньше. Если у вас половинчатый размер, например, 39,5,
половиной, выбирайте 39-й, а не 40-й, потому что эти сапоги сделаны еще с учетом того, что чуть-чуть прибавлены объемы в зоне стопы и в зоне голени. То есть для кого-то и 43-й размер у нас есть в наличии. Размеры от 36-го до 42-го, но не забывайте, что они совсем не маломерят, даже немножко больше мерят. Цена только сегодня красного цвета для вас. Это Яна, европейский бренд, который завоевал сердца наших телезрителей. 8-я полнота и скидка практически 70%. Очень маленькая ограниченная партия. Поэтому успейте заказать свои фирменные сапоги, которые застегнутся даже на полненькой ножке. Звоните и заказывайте. Свет, ну я сейчас смотрю на эти сапоги и думаю, вот сколько градусов они выдержат. Ну, там внутри что-нибудь есть, а? Да, конечно. Вы знаете, я посадила свой голос не случайно, потому что не ходила в неправильной обуви. В Москве уже стало холодать. Вот эта обувь, Оля, нам на 3 сезона. Для тех, кто живет на юге нашей страны, вас спасет. Это называется байка. Но байка не обычная, с добавлением натуральной верблюжьей шерсти. Это можно ощутить, посмотрите, даже по ворсинкам. Это современные разработки немецких технологов, которые позволяют нам сегодня выбирать такую трикотажную байковую шерстяную основу. Вы представьте себе, что вы надеваете шерстяные носки, и вам тепло. Вообще могу сказать, что я очень часто зимой выбираю для себя именно такие сапоги, надеваю шерстяные носочки и хожу даже при минус 15. Вот, ну, слышишь, я тоже на самом деле зимой, как правило, не надеваю, ну, знаешь, большую толстую шерсть вовнутрь, потому что нога начинает потеть. А у нас в Москве особо так не холодно. А еще, Оленька, когда ты мне говорила про то, что у тебя полноватая икра, для женщин, у кого ножки полноваты, они даже больше любят такие утеплители. Конечно, не потому что они не придают объема. Да, если вы убираете стройные ножки, если вы хотите, чтобы ваши ножки согревались даже в минус 10 градусов, бренд Яна вам это обеспечит. Бесплатная доставка действует на сапоги Алинда. Сегодня, заказывая специальное предложение только с сегодняшнего дня, вы получаете не только скидку в 70%, вы получаете и бесплатную доставку. Но и самое главное, море удовольствия. Когда я померила эти сапоги, я поняла, вот что значит европейское качество. Просто я всегда раньше задумывалась, почему люди едут в Европу и там покупают одежду и обувь? Почему в России ничего не приобретается? Ну, во-первых, качество далеко шагнуло вперед, и мы знаем, что европейские дизайнеры обгоняют нас по многим параметрам, одну из которых — это материалы. Вот говоря о зиме, не могу не сказать о подошве. Вы знаете, что чем больше входит каучука в состав подошвы, тем лучше эта обувь защищает вас от скользкой поверхности. Поэтому выбирайте для себя качественную обувь. Очень часто многие люди страдают тем, что подскользнулись, сломали руку, ногу. Вот эта обувь защитит вас. Это каучук высокое качество резиновой подошвы. Ну что ж, если вы еще и заботитесь о безопасности, эти сапоги обеспечат четкое стояние на ногах. Эти сапоги будут грамотно располагаться на вашей ножке, не будут ничего пережимать и подойдут даже для пухленьких ножек. Звоните и заказывайте. Максимальная скидка только сегодня и бесплатная доставка.